Человек отличается от приматов большим количеством признаков, и в том числе своими возрастными особенностями. В данном случае вы видите фактически весь эволюционный ряд, причем эволюционный ряд не только в собственном эволюционном смысле, но еще и онтологический ряд, онтогенетический ряд возрастной. Здесь представлены современные шимпанзе, совсем маленький детеныш, постарше, взрослый шимпанзе. Тут видите австралопитеков, так называемый бэби стаунга, маленький детеныш австралопитека, и взрослая самка миссис Плис или СТС-5 из Трафонтейна. Здесь вы видите уровень ректусов или архантропов, череп из Маджакерта и классическая находка пятикантроп из Триниля, найденный Дюбла. Дальше стадия палеоантропов-неандертальцев, тёшек-таш и лешапелюсен. И, наконец, современный человек. Маленький ребенок, ребенок постарше, взрослый человек. Чем же, собственно, отличаются возрастные стадии? Обезьяны от современного человека отличаются преимущественно не какими-то непосредственно там, особенностями строения, а скоростями роста. Антогенез шимпанзе отличается от антогенеза современного человека тем, что размеры лицевого скелета прирастают гораздо существеннее, чем размеры мозгового скелета. Если мы сравним совсем маленького шимпанзе, шимпанзе постарше и взрослого шимпанзе, то мы увидим, что мозговой отдел меняется не принципиально. То есть от совсем детеныша до взрослого разница невелика. А лицевой отдел прирастает катастрофически. Лицо новорожденного, лицо чуть постарше, уже в полтора раза больше, лицо взрослого больше фактически, ну, почти в два раза. Соответственно, с этим меняется надбровный рельеф. У детеныша надбровный рельеф слабый, хотя, конечно, у современного ребенка такого не будет. У старшего больше, а у взрослого шимпанзе огромный надбровный валик. Еще более внушительная разница видна на примере нижних челюстей. Нижние челюсти растут от ребенка до взрослого очень существенно. И, естественно, размеры зубов увеличиваются тоже катастрофически. У человека такой разницы мы не обнаружим. Лицо ребенка увеличивается от ребенка ко взрослому, но не слишком принципиально. Хотя, конечно, увеличится. А вот мозговой отдел черепа меняется очень существенно. От новорожденного ребенка до взрослого разница почти в три раза. Нижняя челюсть человека меняется существенно. Есть всем хочется. От ребенка до взрослого изменения существенное, но на верхнем отделе лица, ну, собственно, на самом лице, эта разница не так выражена. У австралопитеков ростовые процессы оказываются более-менее промежуточными между современным человеком и шимпанзе. Лицевой отдел увеличивается скорее по варианту, характерному для шимпанзе, что очевидно при сопоставлении австралопитека и шимпанзе, ну, плюс-минус того же возраста. А мозговой отдел увеличивается скорее по, ну, не совсем человеческому варианту, но более-менее человеческому. То есть размер мозга нарастает больше, чем у шимпанзе, но заметно меньше, чем у человека. В этом смысле австралопитеки оказываются идеальным промежуточным звеном между шимпанзе и человеком.